Доброго времени суток, кто зашел в гости. Нахожусь на острове Критей. Я его как-то снимала. Французская Венеция. Березки растут, река течет. И сегодня здесь бракант. Бракант – это блошиный рынок, который французы очень любят, и я тоже. Итак, я двигаюсь вглубь острова. Это тут такая как частная зона закрытая. Очень красиво внутри. И показываю бракант. Есть два туалета. И тут начинается бракант. Блошиный рынок. Что можно приобрести для дома? Днем загружала десерт, не было времени прийти раньше. Одежда, все по 1 евро. Можно тут одеться с ног до головы, как хотите, во что угодно. Джинсы порванные, не порванные. Можно найти недорого обувь. Все прямо на вешалках висит. Многие для детей здесь покупают недорого. У кого дети выросли, можно купить недорого. Вот 1-2 года. Так, если даже и нету денег, можно одеть и взрослых, и детей. Во все, что угодно. Я обычно пасусь, смотрю какую-нибудь посуду для себя, потому что одежда у меня есть. В общем-то, мой секонд-хенд меня устраивает вполне. Через мостик идем на другую часть. Тут есть река, она как бы огибает этот остров со всех сторон. Река подходит прямо к домам, к дверям. У многих людей есть лодки свои. Написано все по 50 центов. Можно вот одежду по 50 центов даже взять. Если вам мало вашего секонд-хенда, здесь можно найти еще. Можно найти курточку. Посуды у меня много, но я все равно смотрю иногда, вдруг что-то интересное. Здесь можно выторговать недорого. Кто любит хрусталь? Это точно хрусталь. Да, хрусталь. Иногда среди старого барахла можно найти вещи с этикетками новые. Каски, велосипедов, мотоциклов, книги, DVD, все есть. Бракант большой, занимает практически весь остров. Ну, охватывает середину острова. Я нашла свою коллекцию кота, 50 сантиметров. 50 центов. Какая прелесть. Я коллекционирую этих кисок. Довольная. Руки у меня в краске, потому что торт делала и покрасила в разные цвета. Было время, что я похудела на 20 килограмм, и мне нужна была срочно одежда какая-нибудь маленького размера. Вот я все на блошиных рынках быстренько насобирала, чтобы не сильно вкладываться. Можно найти любую посуду недорого. Что такое посуда? Керамика, помыл, да и пользуйся себе. Люди прямо из дома выносят, а потом обратно заносят дом, что не продали, до следующего раза. У кого на столе, у кого под столом все валяется, 50 центов, 1 евро, тут вот мелочь всякая. На каждый товар есть свой покупатель. Видела свитер классный с Дедом Морозом, но на мужчину, большого размера, ну классный свитер. Ну, как говорят, сани надо готовить летом, вот поэтому смотреть надо все, что интересно. Кастрюли, чашки, все что угодно. Даже пластмассовые какие-то коробочки. Люди ищут разное. Швейная машинка, Сингер. Вот так продается. А вот так уже люди купили и прямо на тележках вывозят отсюда все, что можно. Если много детей, надо их одеть, обуть. Вот так вот с тележкой все затариваешься, закупаешься и домой везешь. Классные тапочки детские, новые. Видно, они ж в кулечке даже лежат. Маленький размер, но классные тапочки. Новенькие совсем. Жаль, не мой размер, я бы себе такие взяла. Семью надо одеть, надо все купить. Вот так несут, народ несет. Детские платья можно найти здесь. Платье из Диснея, 100%. Все прямо вот так вот стоит на полу, в чемоданах. Выбирай, что хочешь. Прямо на дверях дома висят все. Вынес, поставил, потом обратно в дом занес. Шарль Азнавур вот есть. Кто помнит, французский певец. Дальше идет мостик, через мостик продолжение. Здесь я снимала отдельное видео. Совмещаем полезное с приятным. Кто-то катается на лодке, кто-то пришел на блошиный рынок. У кого-то здесь дом. Спортсмены, активисты. Поплыли.
медленно плывут не спортсмены. Ажиотаж большой, здесь красиво, интересно, людей много. Заказано 350 мест, это только столики, а еще посетители. Детей можно одеть на праздники. Сам поносил, дай другому поносить. Что тут только не встретишь. Иногда даже не знаешь, что это такое вообще, что это за олень. Вот так с тележками и сумками уже затарился товарищ. Баракан большой. Собачура живая. Помогает продавать. Ну вот, мама детям выбирает одежду, там двое детей. Можно повернуть в бок, можно пойти прямо. Можно перекусить сладостями, попкорн, орешки. Помимо посуды есть бытовая техника, мебель, все что угодно. Часы, статуэтки, сувениры, елочные украшения. Ну что, буду я гулять дальше, все снимать не буду, тут много всего. Общий обзор я сделала. В принципе, у всех все похожее. Игрушки для детей. Вон какая карета. Купить себе карету, что ли, домой? На этом закончу просмотр. Картина тут вот есть. В принципе, все, что у кого было дома, то и повыносили. Итак, Ритей. Ильдик Ритей. И здесь вот у нас большой блошиный рынок. Бракант. Буду гулять дальше, себе что-то смотреть. Если что-то найду интересное. Пока только киску нашла за 50 центов.